Казани в дни Петрова поста отдел по работе с молодежью Казанской епархии организует цикл евангельских бесед на свежем воздухе. Встречи будут проходить в парке «Черное озеро» каждый четверг. Изучать Священное Писание молодые люди будут вместе с клириком храма Ярославских чудотворцев города Казани и иереем Глебом Кривошейным. Желающие могут принести с собой угощение для пикника. Евангельские беседы на свежем воздухе в Казани будут проходить каждый четверг в дни Петрова поста. Сборы у храма преподобного Сергия Радонежского в 18:00, улица Епеева, 2. Начало бесед в 18:30 в парке «Черное озеро».